Так, вот такие присмотрел себе. Сейчас они за 54 доллара. Они водонепроницаемы. И еще здесь такая металлическая вставка. Если что упадет на ногу, что тяжелое, ногу не повредит. Толстая подошва здесь. Так, 9 размер, 43. Для работы. И каждый день. Фильм так снимались с Джанной Родриго. 20. Такая вот снежная тут долина. Извините, у нас небольшой здесь небаланс. Чуть остановимся. Вот я по себе, давай рассказывай. Снять видео. Расскажи что-нибудь. Я в подкаст, идем в этот магазин. Всех, кто его посещает, всем привет. Все это получается, все брендовые, самые классные. Тут всякая обувь, я не знаю. От домашней до нагорных таких вот. Такие вот теплые есть. Асиксы такие крутые. Найки. Очень неудобно так снимать. Сейчас я выключусь и что-нибудь посмотрю себе. Эти агрессивные пески. Роторы вообще крутые. Ну, она сама такая, конечно, злая. Всем привет, братюлики! Мы едем на снег. Шапка-ушанка. Все в сборе. Там мы собрались. И едем. Чуть ли перед самым отъездом, чуть ли не забыли, когда вы едете на снег, мы самое главное. Вы не забывайте вот это вот. Крутяк, как все так снег лупит. Лех. Как по меню? Сейчас будем наедаться. Шапка-ушанка кушать будет. Так проходит процесс промывки после снега. Так, всем здорово. Такой взяли мешок, там очень поролоновый пенопласт. Поролоновый пенопласт такой. Сейчас будем кататься на нем. Да. Так, здесь все замело здесь. Все, мы идем сейчас съезжать с горы какой-нибудь. Так у нас метет сегодня. Вот такие вот пироги. Дэвид, Саша. И сейчас вот вся молодежь вышла с нами песню спела. Вот так все это выглядит. Вот такой здесь подъемник. И вот такие вот ролики. Не знаю, наверное, они вкусные. Васаби суши. Ничего, новая машина, что сказать.
Вот она. Кнопочка, конечно, такая. Вот она. Что это? Тракшн, что ли? Я не понимаю, что это там модно так стало, вот эти вот. Это М3 у нас. А у нас переключалочка. Бардачочек. Ну, белое сиденье. Это от опции зависит. Люка нет здесь в этой. Но сиденье уже не. Не хочется прокатиться на ней. Сумчочек, бардачок, такой вот подлокотничек. Система непонятная, какая музыкальная. А, Хаммер Кардон, старый еще, прикольный. И на М-ках, наверное, все ставят такую систему. Третья, которую я хотел. Трешечка. Вот это все не важно, багажники. Что-то я не понял. А вот так надо. Семнадцатый год, М3. Давай проверим, что там. Прикольно. Снег идет, мы идем покупать лекарства, насморка и эти носочки теплые. Вот такая погода у нас. Метель. Все, заходим. О. Так, на завтра хотим ехать на снег. И может. Поехали! Звездок заходит! Заходим! Мой мешок улетел! Класс! Настроение хорошее, холодно. Но это нас. Не пугает. Вот там мы нашли этот горки, которые можно подъемники эти. Все, будем же уезжать, потому что уже темнеет. И в 4 часа не закрывается уже. Тут у нас эти сарделечки. Так, я думаю, вот это берем. На Новый год, на Рождество как раз нормально будет. Капец, один кусочек. Вот такие дела. Так, это у нас экспресс, зашли мы. 50% они всю скидку дают.
Самое главное нам 79. Так вот, $40 он будет стоить. $40, да, может взять. Еще посмотрим, но вот как бы не больше европейский стиль неплохой. Подумаем еще над этим. Разные есть цвета еще. Так. Сейчас походим, посмотрим еще здесь что есть.